Доброго времени суток, уважаемые гости, подписчики моего канала в Ютубе, участники моей платной группы. Вам особенный большой добрый день, добрый вечер. И сегодня я хочу вам предложить связать со мной вот такие теплые носочки. У них вот такая манжета, связана она косой на основе пышной резинки. Еще что у меня здесь? Здесь у меня двойная укрепленная пятка. Никаких дополнительных нитей мы сюда использовать не будем. Просто вяжем с специальным узором, специальной вязкой, чтобы пяточка получалась вот такая уплотненная. И покажу один из способов убавлений на мыске. Я вяжу тремя способами. Здесь я один из своих способов. Также здесь у нас носочки есть правый и левый. Носки они у нас именно так. Это вот особенность из-за того, что вот такая манжета. Также покажу, как связать, вот, чтобы вот такой ровненький край был. Как видите, видите, все ровненько. Не видно никаких вот... Это не сшивалось, девочки. Это все сразу вязалось. Здесь ничего не сшивается, кроме вот этой части. Вот эту часть, это единственное, что мы сшивали. А здесь швов нету. Мы здесь не сшивали, мы здесь вязали. Как это делать, все покажу. Мастер-класс в первую очередь будет доступен для участников моей платной группы. Мастер-класс от Светланы и Дениса Логиновых. Все ссылки на мои группы, на мой канал в YouTube, все будет под видео. Когда выйдет на Ютубе, не знаю, но когда-нибудь все равно выйдет. Когда-нибудь будет. Но в первую очередь увидят те, кто подписан на мой канал. В первую очередь увидят те, кто у меня является участником моей платной группы. Извините, пожалуйста, уже заговорилась. Второй день снимаем мастер-класс и уже реально устала. Заболталась. Так, все. От лирики к делу. Начинаем вязать. Берем спицы в руки и поехали. Так, вот, девчонки, у меня один носок уже связан. И вместе с вами я буду вязать второй. Так, для вязания мне понадобится вот такая пряжа. Пряжу эту я купила на рынке. Она называется не карачаевская, а просто носочная. Она для вязания именно носок. Вот такая, ну она не белая какая-то, такая вот грязно-белая. И эта пряжа уже карачаевская, вот в таких.